Завтра в Таллине стартует крупная международная конференция в области программного обеспечения под названием «ТОП-КОНФ». Там, в числе прочего, будет представлен современный проект крупного эстонского разработчика программного обеспечения «Playtech» и музыкального коллектива «Модульштейн». И это будет не просто музыка, а музыка, которая создается с помощью искусственных нейронных сетей. Именно о нейронных сетях и об области их применения мы сейчас и поговорим. И в частности узнаем, как с их помощью можно научить компьютер оставлять комментарий с лексикой Дональда Трампа. У нас в гостях архитектор программного обеспечения Playtech Александр Тавгин. Доброе утро. Доброе утро. А также музыкант-композитор Александр Жиделев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала очень хочется разобраться, конечно, что такое вот эти нейронные сети, которые могут использовать и лексику Дональда Трампа, и создавать музыку, как мы понимаем. Вот как вообще они создаются? Что то за технологии? Нейронные сети — это то же самое, что у нас в мозгу нейроны, да? Да. Можно ли это назвать искусственным интеллектом, например? Ну, искусственный интеллект пока еще это довольно громкое заявление, но в целом аналогия, по которым все это построено, она берет начало в биологических структурах. Все это способно обучаться. Вот давайте посмотрим на примере. Здесь у нас птички, которые должны пролетать препятствия. Вначале эти птички летели, они не могли справиться с препятствием, но постепенно... Вот они начинают, здесь видно. И постепенно они обучаются, да? То есть это на самом деле такая мини-эмуляция жизни, потому что используется генетический алгоритм, самые приспособленные остаются, и с каждым новым поколением они все лучше и лучше начинают проходить испытания. То есть у них такая своего рода эволюция происходит, да? Ну давайте оставим птичек на несколько минут, потом вернемся к ним и посмотрим, чему они научились за то время, что мы здесь с вами разговаривали. А пока обратимся к Александру. А к музыке-то это как применимо? Ну, мы с Александром давно знакомы, у нас были разные футуристические проекты, там стол, который прикасаешься, играет сам, всякие визуальные. И тут в очередной раз мы когда встретились, он мне стал рассказывать про нейронную сеть и говорит, а ты знаешь, если пустить это на музыкальную программу, то это можно эмулировать звуками. Ну, то есть, грубо говоря, она будет получать то, что мы играем, анализировать и играть нам в ответ. И родилась такая идея. И он предложил это Playtech, они тоже очень загорелись этой мыслью, и мы попробовали. Конечно, это немножко так за гранью понимания. А покажите, чтобы мы поняли. Допустим, я играю ему вопрос нейронной сети. Ну так, я хаотично, но она анализирует, что я сделал, и выдает ответ. Это ее ответ. Подождите, ну значит, это у композиторов отбирается вообще их основная привилегия. Хлеб отбирается у композиторов. Дело в том, что какими звуками она будет играть, все-таки выбирал я. В контексте, ну, например, мы с бандой играем все-таки большую композицию, у нее не главная роль. У нее роль такого нового члена группы, который немножко подыгрывает нам на перкуссии. Но то, что вы сейчас показали, это, в принципе, не музыка была, такой просто набор звуков. Допустим, если я поставлю уже такой, ну, это у нас в середине другой композиции. Другой режим есть, да? То есть это мы уже, тут играет, допустим, уже банда, и вот эти вот перкуссии на заднем фоне, это она уже отвечает в контексте метронома. То есть поэтому она играет уже так более слаженно с нами, допустим. То есть сейчас вся перкуссия идет от нейронной сети. И, условно говоря, оставив поработать вот так на некоторое время этот компьютер, мы через сутки, через двое можем обнаружить, что там целая симфония готова. Но мы уходили на обед, например, на час, да, где-то возвращались, она уже играла такие очень интересные ответы, такие внятные. То есть, конечно, это на уровне там 4-5 класса школы, музыкальной школы. Вот. То есть это не академия. Это же нейронная сеть, она будет обучаться. Если она будет обучаться, как эти птички, то в конце концов она уже сама будет создавать какие-нибудь музыкальные произведения. А что касается Дональда Трампа, мы вначале сказали, что можно каким-то образом оставлять комментарии с лексикой Дональда Трампа. Как это происходит? По большому счету у языка есть структура, ну, для семантической, чтобы понимать, что говорится, машина еще только подходит. И в плане синтаксической структуры, части речи, предлоги, сеть может схватывать эту структуру, как, впрочем, и музыку. И там получается такой момент, что в процессе обучения видно, как сначала сеть не имеет никакого представления об английском языке, потом появляются простые предложения, предлоги, потихонечку начинают какие-то осмысленные вещи появляться. То есть, по большому счету, любые вещи, в которых есть структура, музыка, речь, это, в принципе, может эмулироваться. По большому счету, в какой-то степени и мы учим какие-то вещи,
язык, то есть каким-то набором фраз. То есть мы не составляем каждый раз фразы, там, «я хочу пойти туда-то» или «сколько времени». У нас это уже как готовыми конструкциями выходит из головы, поэтому... То есть, по большому счету, вот сейчас уже это практикуется. Например, я знаю, что есть алгоритмы, позволяющие компьютеру писать статьи. Ну, скажем, да, обзоры. Репортажи со спортивных событий, да, где используется какая-то статистическая база, вот, и да, за этим тоже будущее. Да, есть такой момент, что, вы знаете, ревью, ресторанные, угу, гостиницы. Сейчас появились такие системы, где дано 5 ревью, и только один из них написал человек, и невозможно отличить. То есть это предсказывает закат бизнеса, ну, вот этих всех обзоров. Честно говоря, немножко страшно, даже страшно, пугает. Да. Ну, а скажем, когда разрабатывается эта нейронная сеть, к ее разработке привлекаются, например, биологи, врачи, семиотики, чтобы это все распознать? Опять-таки, зависит от предметной области. Если это касается языка, то, естественно, какие-то моменты с лингвистики. То есть очень любопытный опыт, где нейронная сеть пишет на русском языке недостаточно неплохие стихи, и там использовалась как раз лингвистическая, очень-очень неожиданные обороты. Да, действительно интересно. И, то есть мы это все еще в начале пути самом, и никто не знает, куда это придет через 5-10 лет. Какие еще степени, способы применения есть? Где еще? Сейчас очень активно в экономике. Есть, а что она делает в экономике? Подсчитывает деньги? Биржевые индексы анализирует. Анализ недвижимости. То есть есть несколько компаний, которые нашли с помощью таких моделей недооцененную недоужимость, купили и там получили. Слушайте, в шоу-бизнесе, да, мы уже поняли пример. Но вот действительно, как Лена сказала, в некотором смысле становится страшно, что мы создадим вот этого вот монстра Франкенштейна, который нас же и сожрет. Не получится ли такого? Александр, вот вам не страшно, что композиторский хлеб отберут? Нет, не страшно, потому что все равно человечность, она пока еще далека для Франкенштейнов нашего поколения. Вот. Но мне нравится то, что это так называемый open source. То есть это открытый код. То есть и мы своими тестами, пробами, и то, что завтра случится на этой конференции, и послезавтра Саша там читает интересный спич на эту тему. То есть мы как бы делаем небольшой вклад в историю создания этой нейронной, работы с этой нейронной сетью, потому что все, что мы сделаем, оно пойдет там в какой-то архив, и в Google, этот, да, Google Brain ждет от нас статью. Как бы. Поэтому это будет, ну, ох, вклад. Интересно. Ну что же, у нас спасибо вам огромное. У нас были два Александра, композитор Александр Жиделев, Александр Тавгин, который является архитектором программного обеспечения PlayTech. И, в принципе, призываем всех прийти на конференцию TopConf, где вот такие интересные вещи и будут рассказывать.